дорогие друзья. Сегодня у нас хорошая погода на улице, плюс 25, и мы отправляемся на очередную подводную охоту за карпом. В прошлый раз на этом водоеме взяли парочку карпиков, приготовили их, скушали, нам понравилось, и поехали мы еще раз. Сейчас мы расчехлимся. Прозрак уже не тот. Прозрак метр. Это уже все, предел. Стреляли из засады. Тут, да, получается, охота только из засады, стоя на месте с этим метром прозрачности. Поэтому такой результат у нас не очень. Ну ладно, давай, укладывайся, поехали.